Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем обзор экстракта СО2 конский каштан. Чаще всего такой экстракт добавляют в крема для ног, так как он улучшает микроциркуляцию, укрепляет сосуды, стенки вен и капилляров. Это средство препятствует образованию тромбов и помогает при лечении варикоза. Оно способно тонизировать кожные покровы, благодаря чему кожа подтягивается. Очень полезно добавлять СО2 экстракт конского каштана в ванны или в ванночки для ног. Он поможет снять напряжение и усталость. Кроме того, на основе его можно изготавливать массажное масло, различные крема, лосьоны и бальзамы. Данный экстракт используется не только в средствах для ног, но и в средствах для волос. Он отлично устраняет жирную сибарею и улучшает микроциркуляцию в коже головы. Благодаря этому локоны хорошо растут, становятся здоровее и гуще. Полезные свойства таковы: улучшает микроциркуляцию, а также способствует рассасыванию подкожных кровоизлияний, тонизирует кожу, стенки и вены капилляров, обладает противовоспалительными свойствами, устраняет жирную сибарею, улучшает состояние волос. Применение таково: средство против сибареи и дороста волос, масла для массажа ног, средства против варикоза и купероза, различные кремы, бальзамы и лосьоны для ног, соль и пена для ванны, гели для душа, а также мыло. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт СО2 конского каштана нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!